Всем привет! Сейчас специально для канала «Банковский» я расскажу о том, почему не пришли алименты на карту Сбербанка, сколько они идут. По закону, когда человек получает заработную плату, то с места работы, то есть бухгалтерия, должна в течение 3 рабочих дней перечислить алименты. Это, конечно же, закон, и все обязаны его придерживаться. То есть, например, если вы уверены, что ваш бывший супруг в один из дней точно 100% получал заработную плату, но на карту деньги не пришли, то в этом случае пока не переживайте, потому что в любом случае есть 3 рабочих дня для того, чтобы деньги были перечислены на ваш счет. Если, например, прошло уже более 3 дней, но денег нет, в этом случае в первую очередь необходимо связываться с местом работы вашего бывшего супруга, а именно с бухгалтерией, потому что именно бухгалтер отвечает за перевод алиментов, он их насчитывает, ну и, соответственно, перечисляет на ваш счет. Потому что либо, возможно, каким-то образом алименты вообще не были перечислены. То есть бухгалтер каким-то образом должна доказать факт того, что алименты вообще были перечислены. Если алименты были перечислены, но так и не поступили на карту Сбербанка, в этом случае уже необходимо обращаться в сам Сбербанк, потому что хоть и очень редко, но бывают различные технические сбои, и просто перевод не может доставиться на вашу карту. В этом случае специалисты, конечно же, вам должны в этом помочь, но лучше всего очень хорошо будет, если вы живете, например, в одном городе, и вы можете прямо лично прийти на работу бывшего мужа, взять документ о том, что бухгалтер перечислил заработную плату, ну и уже с этой справкой, с этим документом лично обратиться в отделение Сбербанка, потому что по телефону все-таки общаться — это одно, а когда у вас уже есть документ, это совершенно другое. И, например, в том же Сбербанке сразу в отделении вы можете написать заявление, если вам специалисты говорят о том, что они ничего не видят и никаких переводов не было. Либо же, возможно, у вас сменилась карта, либо что-то еще. Нужно, конечно, подумать сначала об этом. Но в любом случае, если, например, вы ждете поступлений, то алименты в Сбербанке обозначаются как прочие поступления. И если вы посмотрите документ о перечислении, то это всегда 0000. То есть, возможно, сначала вы не увидите поступление. Например, документ идет от 0000, а деньги могут зачислиться, например, после обеда, либо ближе к вечеру. То есть не торопитесь, это возможно такое долгое зачисление. Но если его нет, сначала обращайтесь к работодателю, а затем уже в Сбербанк. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала «Банковский». Если оно оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания!